Партию янтаря задержали пограничники и опять на границе с Россией. На этот раз в Сумской области. Почти 20 килограммов пытались вывезти двое мужчин. В машине обустроили тайник, где спрятали 10 пакетов с камнями. По предварительным данным, их стоимость составляет около 1,5 миллиона гривен. За последнюю неделю это уже второй случай контрабанды камня. В прошлый вторник пограничники задержали мужчину в пункте пропуска Гоптовка. Это в Харьковской области. В микроавтобусе нашли тогда 8 килограммов янтаря, который мужчина пытался вывезти в Россию. Особи в пояснениях не змогли дати об'єктивних пояснень щодо походження та переміщення крупної партії бурштину в прикордонні.